Если хочешь петь, хотя бы в микрофон это делай. Ты меня опять палишь? Всегда. Всегда. Ну, на самом деле, еще мало народу. Ну, я думаю, они скоро появятся. А можно я воткнусь? Ну, ушами просто. Или это нельзя? Вот теми только, если. А мои? Нет. Ну, давай только быстренько. Дай их мне. Поздно. Белый? Ладно. Слишком поздно. Не ругайся в эфире. Я шепот. Шепот лучше слышу. Ледяной щит. 50% от огня. Нам нужно да. Больше минералов. Короче, стрим прерывается по техническим причинам. Всем благодарить. Я молчу. Да нет, я не существую. Ты, вот и не существуй. Ау! Хорошо, народу пока мало. Они передадут. Пока особо комментировать не буду, все равно народу мало. Так просто поиграю чуть-чуть, потом начну. Стини у нас любитель двух бараков, поэтому я лучше сыграю через роучи. Так. А, насчет такой любитель халявки. Нет, похоже. Сейчас посмотрим, он будет его собирать или нет. Если он как бы его не будет собирать, то это фейк. Если будет, ставим X-Fan. В любом случае едем. Собирает. Инженерочку поставил, молодец. Мы особо никуда и не спешили, в общем-то. Нам нужно больше лес. Пока вторую королеву тут закажем. Еще рабов. Первый королевы крыс пока распространим. Понятное дело, что будут гелионы. Поэтому мы крип распространим и как раз успеем спустить вниз. Нам нужно больше минералов. Санки. Второй газ. Угу, угу. Тогда делаем одну саночку. Здесь еще крип. Пару лингов. Надо еще третью королеву. Поскольку там, видимо, какая-то хитрая агрессия воздушная будет. Ставим заранее БВ. Нам нужно больше минералов. Наш
один гелик-то отдается с такому количеству собак. Ну, почти отдается. Так. Здесь. Нужно больше минералов. Здесь это спускаем вниз. И ждем, смотрим. А, надо тут еще креп распространить. И здесь вот еще спор. Нам нужно больше минералов. Там, конечно. Нет, эту спорку отменяем. Ставим беллингов на случай Тора пуша. И смотрим, что он там собирается делать. Баншу мы неплохо тут нарезали. Вроде как. Нам нужно больше минералов. Надо посмотреть, что он там творит. Надо сюда овера повесить. Что-то сигаретами воняет. Сильно. Пехота, да. Подрежем раба, чтобы было. Можно сделать уже лейер. Третью баску. Хату. А то сейчас клины тут будут бегать много. Викинг хитрый какой-то. Так. Второй грейд на атаку сделаем. Не туда просветил. Теперь только армию пока делаем. Надо обязательно все хорошо сделать. И зацепы. Третью хату пока не раскачиваем. Надо сделать вот так и нагадить везде, где можно. Будем медленно развиваться, но верно, потому что Сатини, в принципе, любит кушать. Атакует улей.
Нам трепа так далеко и не надо, в общем-то. Пошел. Трюшка. Главное ему близко разложиться не дать. Он, кажется, там отступил. Одного микоза ему хватило. Сделаем плюс 2 тогда. Делаем ультралисков. Так, была что-то одна, что-то. Но ультралов мы чуть-чуть оставили. Надо заказать маслингов, а этим забежать. Так, забыл френди. Армор, первый ультрал. Третья атака. Вторая защита должна пойти. Он золото ставит, значит. Недостаточно энергии. Ага, достяг мне тут на него. Интересно. Тут планетарка, естественно. А, еще нету даже планетарки. Интересно. Правда, у меня тоже много ультралов нет. Он нас никак не продавит, поэтому я заказываю масс рабов, перевожу масс рабов. Так, можно устроить еще один забег. Чистили. Два два с ноль два отлично разбираются. Раз два три. Ничего нету. Наши войска атакованы. Наши войска атакованы.
Халява. Вообще жутко. Это что такое? Так, где еще? Опять бинды сбились. Личинок тьма. Всего тьма. Шпиль надо сделать. Ой, еще и на море танки словил. Давай. Ми просто не полностью манну убирает. Халява вообще. Вообще. Недостаточно энергии. Ну, он никогда, в принципе, не выдерживал. Так. Мы особо много сегодня уже играть не будем. Но так, чутка еще покатаем. Что он сказал? Он сказал что-то типа, что я всем про-зергам говорю юзать импу, они не юзают и проигрывают мне, а всякие нубы типа тебя ее юзают и выигрывают. Ну, в PvP сложно чиз сделать на этой карте. Ты сейчас интернет отрубишь. Вот этой коробочкой. Тут как ты бы... Тут любой чиз, в принципе, в PvP контрится обычным стандартом, поэтому смысла его делать нет. Лучше сыграю как-нибудь через фастблин, например. Что, что, что? Да, я сегодня ездил ее встречать в 5 часов. Теперь она тоже живет здесь. Мы покинули Питер на время. Надо заварить вон газ и отбиваться от 4 гитов. По четкости. От 4 гитов проще всего отбиться 4 гитами, как-то не парадоксально. Он-то точно делает 4 гейт. Уж. На что мы ему и ответим тем же самым.
вроде достаточно уже рабов. Сделаем еще так. Да, он какие-то вообще жесткие 4G делает. Я голос затмений. Я. Сейчас поглядим, где он тут. Пустота. Мы едины с тенью. Но он газ не разбивает, поэтому понятно, что будет 4 гейт. Я не буду служить тебе вечно. Такс. Закажем пару пробок, которых мы сейчас, скорее всего, потеряем. Ставим еще газ. Естественно, втыкаем. Я голос затмения. Я мысли. Пустота. Мы едины. Я. Что ты мой? Сейчас у нас цель не делать никакого блинка, ничего такого. А просто выйти, сбрить те пилоны, что он около меня поставил. Пока он газ не убивает, как бы это значит. Пригодятся тебе. Что ты, пустота? Я. Иди к моим. Это значит, что я в плюсе. Что ты? То есть он по-любому сейчас пушить-то будет. Вперед. Раз, два, три. И голос расконтролил. Он вилками-то меня зажал. Это было нечетко с моей стороны. Из-за этого я и проиграю. Я здесь среди теней. Я здесь среди теней. Затупил малёха. Слишком рано полез. Ну ладно, бывает. Большого опыта PvP в разных вариациях у меня нет. Так. Да наломился просто так, на самом деле. Думал, тут уже халява, но надо было еще подлечиться чуть-чуть. На Нива. Да, на Ниву я тираном вряд ли выиграю. Только если какой-нибудь хитростью. Ну, типа этой. Он тоже пару раз мне проигрывал и писал интересные вещи.
не любят они все меня почему-то, я не знаю даже почему. Но он считает, видимо, что против Рэмдема неинтересно играть. Недостаточно минералов. Так. А и Форсен. Вроде хороший зарк. Надо как-нибудь по-хитрому сыграть. Недостаточно минералов. По старому стилю братка надо сыграть. Недостаточно минералов. Так. Делаем стеночку. Недостаточно. Сколько ли тут бараков снизу нужно? 4. Недостаточно. Чтобы перекрыться, интересно. Недостаточно минералов. Да, 4, наверное. Недостаточно минералов. 4, так 4. Требуются дополнительные хранилища. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Так, вот тут есть бесячее минералов. Место, куда оверы обычно вешаются. Но очень есть. Бесячее. Я тут делаю вид, что второй барак ставлю. Сам, естественно, его не ставлю. Он сейчас типа заметил рабочего, который куда-то бежит. Может подумать, что я тут понаставил бараков. Но я-то не ставил, я хороший. Что происходит? Давай, удиви меня. Так что кому наверх, а? Чего? Вооружен и опасен. Брось дороги! Улучшение завершено. Где-то хитрое место есть. Есть, я уже дождался. Кто не дождусь? Выкладывай. Ура! Сверху рот. Приказы будут? Как два на новенького. Водишки. Приказы будут? Чтобы вооружен и опасен. Очень хитро. Да, это было даже слишком легко, я бы сказал. Так. Прям какая-то халява пошла. Ну, на самом деле, зерк-то неплохой, но что-то как-то он... Ре... Он, наверное, злой до ужаса. Порвет меня, как тузик грелку. Ничего. А чё он на меня-то непонятно злится? Я-то тут что виноват? Я все правильно сделал, это он. Не отбился. Да нормальные условия были. Не хватает надзирателей.
Ты же девочка, ты слабая. Тебе можно. Тебе еще раз тут? Не надо. Так, ну глянем, что он тут делает. Второй овер полетел, значит. Ничего экстраординарного. Смотрим на газ. Газ наделывается. Нам нужно больше минералов. Ставим хату на мейли. Нужно больше минералов. Ставим газ. Смотрим, сколько он личинок засейвит и прибратит пособирать газ. Нам нужно больше минералов. Так, так, так. Угу, газ прекратил собирать. Будет экс вставить. Хитер, хитер. Чуть-чуть вернемся, посмотрим. Ну, он там экс заказал, судя по скопищу личинок. Посмотрим, куда они побегут. Свежевылупившиеся личинки. Это будут дроны или не дроны. Закажем мух. Нам нужно больше минералов. Нам нужно. Догоним больше до максимума минералов. Тут рабов. Теперь заказываем лингов. Ставим Беллинг Нест. Делаем вид, что очень не рады, что он его увидел. Что, он еще раз посмотрел, не поверил, что ли? Давай еще раз проверь. Там по-прежнему Беллинг Нест. Нам нужно больше минералов. Он тут сныкал. Хитрюга. Вот же хитрюга. Все, надо прекращать бусты раскидывать. Бам. Ой-ой-ой. Наши войска атакованы. Злой, злой, злой. Бог, значит, пока не переводим. Надо еще беллингов добавить. Делаем грейд на атаку. Немножко контроля. Нам нужно больше минералов. Нам нужно больше минералов.
пойдем делать вид пуша. Так, надо здесь проверить. Здесь проверить. Здесь чисто. Поглядим, что он там делает. Скорее всего, пушить будет. Ну, я так, по своим личным прикидкам просто прикидываю. То, что он видит, скорее всего, его сподвигнет на какой-нибудь злой пуш. Типа вот этого, да. Плюс один должны отмахаться. Тем более личинок у нас тьма. Экономика отличная. Такая неудобная у меня позиция. Тут, в принципе, пофиг. У меня аж плюс один. У него нету. Не хватает надзирателей. Чуть-чуть подождем, подкопимся. Потому что у него сейчас как бы вариант или сделать масс рабов или умереть. Я, ну, то есть в любом случае уже умереть, тут понятно. Меня сейчас придет слишком много. Просто я хочу дать ему время заказать рабов. Поверить, что он, что я, мол, да, реально не буду пушить, с чего я должен пушить, и все такое. Вот сейчас можно пойти. Ой, он сам пришел. Ну, тут плюс один, имба. Более такое супер раннее, плюс один. А, у него тоже плюс один, кстати. У меня больше. Даже не сказал ничего. Сколько желающих на бан, а я только за деньги баню. А зачем вообще банить? Ну просто, чтобы в чате фигню не писали. Бывает иногда бинжи. Крепы такие. Кого
И снова он. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Вот сейчас он точно меня взорвет. Он, наверное, раскраснелся вообще. Сейчас пыхтит. 500 тысяч АПМ. Думает, как так, что за фигня. Ну, вполне возможно, тиран из меня не самый сильный. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Интересно, что это за кнопка? Ой. А, понял. Хорошая кнопка. Первый раз просто. Извините, если кого обидел. Ну, надо было проверить. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Так. Чего? Недостаточно минералов. Да не, на самом деле он плохое слово написал просто. Самое забавное, что я это делаю не с двух бараков. Наши ХСМ атакованы. Как бы просто так. Хорошее начало, полдела просто откачало. По такому принципу. Шесть убийств. И это с учетом того, что лингов у него еще не было. И это с учетом того, что это не единственный там Марик был, в общем-то. Это провал. Зато я ему ценный урок даю почти за бесплатно. Он должен радоваться, в принципе. Ну, тем более, сейчас-то я ему еще могу запросто проиграть. Ибо я не силен в макро в данном матчапе. Светануть его, что ли? Все печально, да? Даже сюда светано. Да, так себе дела у него. Недостаточно минералов. Так, Марина со стимпак. Недостаточно минералов.
Недостаточно. Еще барак. Недостаточно минералов. Я уже заждал. Лизем готов. Выполняю. Еще бы. Брось дороги. Давай, удиви меня. Недостаточно минералов. Что происходит? Так, надо supply сюда что-то хоть воткнуть. А так. На халяву совсем уж. Недостаточно минералов. Так, вот так готово. Старпорт. Недостаточно минералов. Владишка, есть бегомар! Выкладывай. Капсон, резерв готов. А? Брось дороги! Парни назад. Чем? За него реактор забыл поставить. Ладно, поехали сюда. Дополнительные хранилища. Я хранилище завтыкал. Хранилище мне поклаться. Что за человек? Недостаточно энергии. Недостаточно минералов. Трудовым подвигом готово. Вооружен и опасен. Там приказы будут. Оказался интересным. Надо еще бараков, еще инженерку. Мне, в общем-то, мулов хватит. Единственное, что что-то я... Все, пора. Пора выдвигаться. Требуется дополнительные хранилища.
Что не дождусь? Вару? Что на новенького? Требуется дополнительное хранилище. И куда вам столько хранилищ? Где? Сходи, кому навешать? Требуются дополнительные хранилища. Донать, донать. Улучшение завершено. Это кривовато я сел, ну ладно. Что происходит? И что теперь? Действительно, что теперь? Приказ, куда летим? Разработка завершена. Кому навешать? Давай, удиви меня. Месторождение минералов разработано. Дополнительные хранилища. Да сколько вам хранилищ этих надо? Скорую помощь вызывай. Бегом! Еще пошло. Что? Давай, удиви. Садись, прокачу. Приказы. Есть, нападем. Ладно, увеличим количество и качество дропов. Куда стрелять? Приказ. И что теперь? Провожай. Удали. Скорую помощь вызывай. Вот. А то я смотрю, не хватает. Кто-нибудь вытащит меня отсюда. Не молчи. Полный вперед! Здесь нельзя строить. Подтверждаю. Кому навешать? Вооружен и опасен. Приказы будут? Сюда мы просто пошлем пехоту. Посылайте подмогу! Посылайте подмогу! Вооружен, давай, удиви меня! Куда летим? Я уже заждался! Оставайся! Посылайте подмогу! И он снова не выдерживает такой несправедливости. Так. Что, четвертый раз? Да. Не, надо протосом сыграть, поскольку мы протосом еще не выигрывали его. Потом еще игру с эргом и хватит. Наверное. Хотя, может, еще чуть-чуть можно. Да, кстати, давно спрашивают, у тебя есть какие-то железы непонятные? Глициновые? Не, нету таких. Не первый раз я не знаю. Танков 3 штучки было. Ну, я же говорил, стиль братка. Ну, сейчас посмотрим. Если они дойдут далеко и будут интересные матчи, можно постримить. Так, что за раз, Зерк? Жаль, не форсен, он, наверное, уже просто забил, перестал играть. Так. Сначала разведаем ближний по воздуху. Теперь ближние по земле.
мини. А, давай. Ну, давай, открой. Так. 11-й гейт. Не хватает минералов. И дальние. Не хватает минералов. Дальние, дальние. Печально. Ну, можно в дарков сыграть, в принципе. Не хватает минералов. Так, куда еще один пилон? Сюда. Не хватает минералов. Ой. Ой-ой. И буста-то нету. Фейл, фейл. Не хватает минералов. Не хватает минералов. Нет. Минерал Волк решает. Лоус. Ты думал, в сказку попал, что ли? Теперь попробуй собачками. Вместе. Что-нибудь сделай. Прихожу. Я знаю, что в данном матчапе только в таких ситуациях нельзя выходить с базы. Надо играть в свой стандарт просто с большим преимуществом. Потому что если я сейчас пойду его двумя зелками наказывать, а он меня там примет, то я практически потеряю все свое преимущество. Мне такое нужно. Мне нет. Лучше еще центрика. Поставим. ВЦ где-нибудь вот тут. Двумя центриками отсидимся от чего угодно. Не хватает минералов. Не хватает минералов. Не хватает минералов. Не хватает минералов. Он сейчас должен усердно халявить там. Мазок гипи можно пробустить. Добавить третий. Пойти выходить на экс. Типа. Здесь пилончик по тифу поставить. И сейчас начнем. Хотя скорее закончу. Жаку и на
Кларк он поставил. Молодца, и тут поставил. Каков, молодец. Так, ну ладно. Дарки нам помогут тут все проконтролить как надо. Две фаржи для грейдов. Одна фотонка для спокойствия. Надо ВР поставить. Еще пару центриков. Надо гитов добавлять. Можно одного архонта урпануть. Страх, я выхожу из тени. Недостаточно энергии. Сюда сталкера. Так. Сюда пилон. Сюда Нексус. ВБ. Тут блинк, кстати. Опс, чисто проконтролить, что он делает. Не справится. Улучшение завершено. Дарка сюда. Разместите строение в энергетическом поле. Ой, как мне газа-то не хватает, жестко. Золото только начинает. Меня, в принципе, устраивает. Три, раз, два, три. Четыре гита только. Нужно построить больше пилонов. Это мелко мыслю. Нужно построить больше пилонов. Что я? Так. Нужно построить
Что же у меня с пилонами-то? Нужно построить больше. Да знаю я. Улучшение завершено. Офигеть просто у меня. Потратишь, называется. Разработка завершена. Нет, не справится. Тьма надвигается. Нормально так дарки окупаются. Ничего не скажешь. Куда он пошел, интересно? Ага, и у этих там же точка сбора. Мало того, что запалил мне все на свете, так еще и сам помер. Это за освобождение лимита. Я здесь, среди теней. Пойду золото ставить, что мне остается. Да ладно. В принципе-то я так и особо не хочу уже на пробу лимит тратить. Мне просто сейчас шторма дождаться и надо выходить. Пены и правда не хватает. Это не лучшая драка для меня вышла. Очень меня катнул, да еще и со слабыми грейдами. Я здесь, среди теней. И хотя еще. Еще поглядим. Рейдом-то пока все хорошо. Что-то он тут со всех сторон хитрит. Mm-hmm.
я и не собирался уже особо колосов строить. Вот теперь грейды как бы начинают решать тут. Так, где Маопс? Это ж был Опс. Так, меня тут отвлекли, поэтому везде завтыки появились сразу. Сейчас надо со штормом выйти и убить. Иначе будет плохо. Как я своих заштормил? Четко. Короче, дело пахнет керосинкой. Подожди. Так, а опс, где мой? Справится. Месторождение минералов истощено. Так. Думаю, он будет сейчас делать маска рапторов, больше ничего не остается. В смысле, масса этих брудлордов. Я их уже, наверное, не смогу убить. Хотя сейчас мы попробуем подразводить чуть-чуть. Отменим. Я здесь, среди теней. Давайте сюда пошлем. Среди тебя.
как бы все. Сейчас я чувствую заблинкнусь, и меня тут... Да. ГГ. Хорошая получилась игра. Вначале... Вот он просто грамотно подготовился ко всему. Все, последнюю за зергов. Надо идти. Это много чего надо было. Зон. Да, по-моему, Майкер как раз побеждал на прошлом стриме. Неужели Майкер вообще может победить Терана со своими странными стратами? Через Fast Robotics. Нам нужно больше мне. Так. Ладно, поедем. Нужно больше минералов. Не хватает надзирателей. Такая хитрая какая-то у меня разведка двумя рабочими. Почему бы и нет? А тут еще и хитро этого надо не палить. Не хватает надзирателей. Вот, можно и веселиться. Один один. Там надо посмотреть, там вроде квадратный рабик был. Надо его найти. Нам нужно больше минералов. У него уже марики там строятся, у меня до сих пор даже пол не заказан. Какая-то хитрая у меня страта. Нужно больше минералов. Сильная. Нам нужно больше минералов. Нам нужно больше минералов. Атакует улей. Уже глаза что-то закрываются. Ну надо. Так, вот победить. Наши рабочие атакованы. Переводим рабов. Интересно. А, он туда зашел сначала, все, понял. Окей. Делаем скорость. Разряд даем. Атакует улей. Наши войска
санку мы тоже зря отдали. Нужно больше минералов. В общем-то, пусть чинит. Куда это все едет? Так, минуты я не заказал, да? Это я зря. Какие они полезные. Нам нужно больше минералов. Наши войска атакованы. Там банши с инвизом, судя по всему. Заказать тут. Так, так. Нам нужно больше минералов. Что так скромно вообще-то? Еще вот так. И вот так. Баншу на Квину я согласен. Так, еще там инвиз. Не хватает надзирателей. Это интересно. Нам нужно больше минералов. Будет полный алын на самом деле. Нам нужно больше минералов. Гадалки, не ходи. Нам нужно больше минералов. Вот алым с чем, мне интересно. Там же все что угодно может быть. Куча пехоты, например.
ЦЦ он, скорее всего, заказал, потому что у него крафты по ресурсам. Но слишком много минералов скопилось. Я не буду сильно обращать на это внимание. Нам нужно больше минералов. Как-то сомнительно, что он собирается в макро выводить это все дело. Крайне сомнительно. Не хватает надзирателей. Какой Брайс меня отрубил. Это уже опасно. Это не очень. Опять все разбиндилось. Нет, тут уже не вариант ему выиграть. Все, конечно, бывает, но... Но это будет очень сложно. Сказал еще сложнее. Ну ладно, марики. Настоящие. Ну ладно, все целое умерло. И золото поставить. Что, 6 в одну плюс одна из них золото. Вполне честно. Так.
минералов выработано. Выработано, так выработано. У меня есть подозрение, что надо уже какие-нибудь технологии другие делать. То это все, конечно, хорошо. Но инфесторы лучше. Где торта? Вот та же умерла. Не просто так. Так, и где я сделал? Угу. Три сюда, три сюда. Чуть-чуть не успел. Враг атакует улей. Наши войска атакованы. Наши войска атакованы. Наши рабочие атакованы. Да нет, уж пусть он атакует. Прямо опухлями выбиваю гимн Макдональдса. Та-ра-та-та-там. Вот он правильно делает, что не разведывает. Он и не знает, что у меня 3000 миллионов баз золота убило, и хорошо. Так бы разведывал, и плохо было бы. Сам золото сейчас поставит, и хорошо. Ох, как все слилось-то, здорово. Вообще красавчик. Вот что значит воля к победе. Нет, проиграю, конечно, вряд ли, но... Все могло быть. Так, у меня же шпиль есть, да? Где? Стоит так мне увлекаться. Положение-то у меня сейчас оказывается плохое. Враг атакует улей.
Так, ладно, пора делать хэви артиллерии. Нам нужно больше минералов. Месторождение минералов умерло там. Наши войска атакованы. Так. Нам нужно больше минералов. Нам нужно больше минералов. Еще бродвордов. Нам нужно больше минералов. Надо базироваться сюда. Месторождение минералов выработано. Где там выработано что? Нам нужно больше минералов. Ладно, это все пофиг. Нам нужно больше Леспена. Месторождение минералов выработано. Оп-оп-оп-оп. Стоять. Давай, отбираемся сначала. Как не свои-то. На самом деле до этого всего совершенно не обязательно было доводить. Но так, допустим, что так интереснее. Все, на сегодня, я думаю, стоит закончить. А потом как-нибудь еще вернемся. Че тут, демократию устраивают в чате? Все, давайте. Стрим, когда сдачу вернусь после, скорее всего, вторника. Или во вторник даже. Всем удачи. Что? А я не могу разбанить. Я могу только забанить еще на дольше. Если надо. Вот kill, например. Могу же? Я не могу даже забанить. А, не могу. Не, ну не буду, все. Ему хватит. 20160 минут. За что? Все, всем пока и удачи. Заканчиваем.